Бывший глава ЦРУ Майкл Хейден заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах армия вряд ли будет исполнять его приказы. В интервью CNN Хейден пояснил, что речь идет о предложении Трампа уничтожать семьи террористов. Такие приказы противоречат Женевским конвенциям, являются незаконными, а значит, военные имеют полное право их не выполнять. Ну и кроме того, экс-директор ЦРУ признался, что свернул бы горы ради доступа к почте главы российского МИДа, если бы знал, что у Сергея Лаврова или кого-то подобного личный электронный почтовый ящик не защищен. Эти слова прозвучали в ходе разговора о скандале со служебной перепиской бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Она использовала для этих целей личный незащищенный компьютер, а значит, информацией могли завладеть шпионы.